Антициклон Люцифер обжигает Италию. Несколько дней термометры регистрируют на полуострове рекордно высокие температуры до 43 градусов. 49-50 градусов из-за влажности воздуха и отсутствия ветра ощущают жители Неаполя и городов Сардинии. Красный уровень опасности объявлен на территории всей страны, за исключением Генуи. Раскаленный воздух в Италию антициклон принес из пустыни Сахара. В последние 15 лет такие тепловые волны на Апеннинах регистрируются значительно чаще, чем раньше. Число знойных дней в году выросло вдвое, с 20 до 50. На сегодня, по данным метеорологов, самым жарким годом за 200 лет наблюдений считаются 2015. Но у года нынешнего есть все шансы побить этот рекорд. Год 2017 сейчас показывает себя как 2003. Можно сказать, они идут ноздря в ноздрю в борьбе за третье место по уровню температур. Но, конечно, все зависит от того, что будет происходить в следующие несколько недель. Мы подводим итоги в конце сентября, когда картина ясна и можно говорить с уверенностью, насколько жарким было лето. Сейчас уже известно, что как минимум до середины августа мы будем регистрировать температуры очень высокие на всей территории страны.